Это новинка, которая появилась, если я не ошибаюсь, 24 января в Steam по программе раннего доступа. И как вы можете уже видеть, она находится в альфа-версии, версия 0.0.1. То есть разработчики весьма прямо и громко заявляют, что игра очень сырая. И судя по тому, что я уже буквально, ну, пытаясь ее там, скажем, нормально запустить, увидел, она правда очень сырая. Кнопки работают через задницу, к сожалению, работают далеко не все. Например, я не могу нажать Escape, либо на паузу игру поставить, или сохраниться. То есть все, что вы наиграли, ну, по крайней мере, у меня так, может быть, это только с Windows 8. И даже sensitivity мышки нельзя настроить. Мне сейчас придется вот в Windows, наверное, пошаманить, как раз после проведенного тут розыгрыша, для того, чтобы каким-то образом нормальная чувствительность была, потому что сейчас все очень плохо. А, в принципе, да, поехали. Сейчас я смогу же на мышке прямо изменить ее. Итак, ребят, заходим в настройки. Видим здесь настройки. Главные настройки — это HUD information, что у вас будет отображаться на панели. То есть здесь item names, то есть название предметов, либо их вообще можно отключить. Показывать или нет прицел, давайте его отключим нафиг, я думаю, что это ни к чему. Как мы видим, вскоре в игру добавят разный выбор разных языков, language. Пока что только английский язык представлен и выбора языков нет, но это альфа, что поделаешь, самая первая версия. Дальше, графические настройки, я все поставил на ультра, все, что можно вообще выкрутил на максимум. Выше уже просто некуда. Некоторые опции будут добавлены позже. Аудио тут вообще без. Вот, самое интересное это, конечно, input, да, то есть настройки управления. К сожалению, вот как бы ты ни крутил вот эту штуку, нажимаешь apply, да, применить. Потом заходишь сюда, возвращаешься, тут все на своем месте. Причем вот эта вот штуковина, она регулируется, а вот это нет. Я не знаю почему. Вот видите, нижний ползунок работает, а верхний нет. Кнопки отрегулировать можно, но их можно отрегулировать только из стартового меню. Итак, приступаем, ребят. Я периодически буду альтабаться. Чат, к сожалению, оперативно читать не могу и буду читать ваши комментарии. Хотя, может быть, сейчас прикручу ноутбук. Опа, мы просыпаемся. И нам говорят, что иди и сделай себе мартини. Ну хорошо, сделаю мартини, как скажешь, босс. Блин, тут газеточка. Там сидят у нас пилоты. Давайте-ка я, правда, наверное, чатик запилю. Так, вот у нас прямая трансляция. Тут 2 часа нам практически нужно будет с вами вместе провести, и без чатика будет сложно. Видите, как. А, то есть я сейчас попробую отрегулировать мышку. Да, придется очень-очень аккуратно. Шляфнун, о шляфнун. Это песенка такая, ребят, простите. Шляфнун, о шляфнун. Я уже думал, это в игре такое, но нет, это не в игре. Так, какие вопросы? Очень похоже The Forest, да, очень похоже. Фунтик, привет тебе. Илюха, погоди, не начинай в туалет. Я надеюсь, ты уже все сделал, все свои дела. Русский язык, ребят, будет. Итак, пойдемте делать мартини. Графика, смотрите, на максимуме все. То есть, но, в принципе, лесенки все равно видны. Порой идешь и чувствует. Вот, например, на ноутбуке можно наблюдать на максимальных вообще настройках возможных лесенки есть. Идем дальше. А вот это, кстати, очень интересно. Давайте посмотрим вот сюда. То есть здесь мы с вами видим стандартную для полетов карту, то есть ну, дисплей, где отображается, в каком месте мы в данный момент находимся. Месте полета. Так, куда поставить этот ноутбук, чтобы он не мешался?
И, как вы видите, мы находимся посредине океана. То есть совсем скоро нам не поздороваться. Итак, craftable objects are highlighted in orange. То есть те объекты, которые можно скрафтить, они выделены оранжевым цветом. Вы можете создавать новые группы, перетягивая правой кнопкой мыши различные предметы, ну, соединяя их вместе, скажем так. Итак, мы подходим, берем там правой кнопкой мыши. Итак, задержите левую кнопку мыши для того, чтобы скрафтить мартини, используя крафтинг групп. Итак, мартини. Ох ты, мартини готов. Итак, откройте табом свой инвентарь и выберите зажигалку. Окей. Итак, теперь используйте зажигалку на мартини. Отлично. Теперь выпейте его. Окей. Выпил. Мне должно хорошо стать. Сейчас чатик запущу. Итак, вернитесь на свое сиденье. Вам предстоит еще достаточно длинный полет, говорят нам. Ну что ж, хорошее обучение, мне очень нравится. Я заранее прошу прощения за то, что, возможно, будут слишком резкие движения, хотя давайте все-таки я в Windows изменю настройки sensitivity. Мне самому некомфортно, очень резко все происходит и никак из... и... Ну-ка. Да, я даже в Windows на минимум сделал чувствительность и все равно не помогает. Видимо, игра самостоятельно регулирует чувствительность, и от того, какая чувствительность стоит Windows, ничего не зависит. Да, ничего не зависит абсолютно, к сожалению. Ну что ж, пойдем. Я буду стараться не дергаться. Если я буду сильно очень крутить головой, ребят, просто скажите мне об этом. Давайте садимся на свое место. У нас тут замечательный компьютер. Какое у него название там? Какой-то флайзер. Иди твою мать. Но мы ж падаем. Эй, ребят, мы падаем. Hello. Твою мать. Просто взял и оторвался. Но. Часть самолета... Самолет просто на части развалился, на две. Твою мать. Так, ну-ка быстрее, спасай свою жизнь, всплывай. Да, я иду, всплываю, всплываю. Ребят, напишите, как по уровню звука, стоит ли что-то прибавить, убавить. Это, я хочу забрать сотовый телефон, почему ты мне не отдал его? Твою мать. Так, ныряем обратно. Сотовый телефон. Где ты? Come on. Как я звонить домой буду, да? Иди сюда. Забери его. Забери сотовый телефон. Черт возьми. Что за дурачок? Привет, пряник. Все отлично, да? Хорошо. Видимо, нам сюда, ребят. Итак, запомните, ребят, название этой компании Finnair. Никогда не летайте самолетами этой авиакомпании. Я рекомендую вам воздержаться. Чуть-чуть не понял. Я вижу кучу разных островов. Вот этот остров раз, два. Тут какой-то побольше, по-моему. Три, четыре, пять островов. То есть мы можем как-то плавать между ними. А, вот он. Давайте возьмем его. Там рыбки плавают, что ли? Так, ты не уходи отсюда. С лодки-то.
А как приседать, интересно? Давайте поплывем на остров. Графон тут супер, ну, возможно. О, у нас какая-то, какие-то водные обитатели, похоже, объявились. Нет? Ну, рыбок-то мы уже видели. Самое главное сейчас лодку не прошлявить. Давай, заплывай, лодку надо сохранить. Нам придется еще, скорее всего, и на ней плавать. Шикарно. По суше тоже можно плавать. Так, а может быть мы можем кому-нибудь огреть по голове и... Ну-ка. Как же это сделать? Так, табуляция. У нас есть водичка, есть ножик. А можно ли ножик... Так, стоп. Ножик с веслом как-то можно скрафтить? Мне кажется... А, нет, скорее всего нет, потому что нам придется плавать. Так. Драться... Веслом нельзя. А вот ножом можно, кстати. Привет, крабы. Сардина. О, краба можно взять. Иди сюда. Так, надо убить сначала, потом можно взять. Еще одного краба возьмем. Так, а что можно с крабом сделать? Вау, у меня краб в руках, ребят. Как игра вообще называется? Stranded Deep. Написано же на стриме, ребят, смотрите. На каждом острове есть барахло, и под водой тоже. Окей. На каждом острове есть обломки корабля, в них есть контейнер. Окей. Сейчас разберемся. Неужели правда есть? Так, идем дальше. А, то есть нам... А как можно... как можно использовать мясо? Кто знает? Игра по фильму «Изгой» с Томом Хэнксом, да. Именно так. Нет, это не разработчики The Forest, я надеюсь. Так, а что можно с крабом-то сделать? Не пойму. О! Я его съел! Ой, мне плохо стало! Смотрите, что со мной происходит? Черт возьми, что такое с... Пожарь краба тут уж и не будет. Хорошо. Твою мать. Так, а пожарить? Надо как-то огонь разжечь. Сейчас пожарим. Сейчас сделаем это. Вот там какой-то ящик лежит. Тут написано Mysterious Box. Мистическая коробочка. Обратите внимание на нож. Нож, тени ножа есть, а тени руки нет. Ну что ж поделаешь. Так, а как тебя взять-то, мистическая коробочка? Так, коробочка. Слушай, никак не взять ее. А как коробку-то открыть? Кто знает? Ящик-пасхалка? Никак ее не взять, короче. Окей, идем дальше. Блин, вот здесь бы на денек оказаться. На таком островке. С хавчиком. Было бы здорово. О! Так я лесоруб просто. Ножеруб. Ну-ка давай. Есть! Вот мы, наверное, сейчас сможем развести огонь, да? А как его взять?
Так. Перейди по ссылке, там рецепты крафта. Окей. Подсказывают рецепты крафта. Ладно, я это все, конечно, посмотрю. Давайте сначала без этого играть. Чтобы сделать костер, надо несколько палок. То есть нужно ее разрубить, я правильно понимаю? Все-таки нужно рубить, да? Ребят, со стримом там у всех все хорошо. Отлично. Все, мы это собрали, ребят. Мы это сделали. Мы с вами знатные дровосеки. Ну, давай, рубись уже. Симулятор дровосека. Вокруг этого острова есть старая баржа, там ачивки, хорошо. Может, попробуем что-нибудь пожарить? Так, смотрите, нож уже, кстати, почти затупился. Вау. Вот так интересно написано. Палка. Да, всего лишь палка. А, вот же у меня есть. Палка, палка, палка. Ну-ка, подожди. Найди топор, веревка. Сколько стоит игра? А что-то там 350 рублей, по-моему, ребят. А как это сделать? Как поджечь-то? Надо сначала, наверное, костер выложить, да? Окей. Камень? Окей. Говорят, кидай все в кучу. Давайте здесь вот попробуем костер развести. Как выкинуть-то? Кто знает, как выкинуть предмет? Ку? Ага, вот оно. Куда ты кидаешься? Если присесть. Выкладываешь 5 досок. А, 5 нужно. Окей, 5. Ясно. 5, 5. 5. Мы сделали это. Сейчас будем крабов жарить. Чтоб в доту не играли больше. Так, мяско. Подождите, я что, поджарил его, что ли, уже? Так, а где краб-то? Эй, отдай краба! Черт. Что за фигня? А, вот он, вот он, вот он. Краб. Так, и что там написано? Ну, пока непонятно. Пожаловался ли краб? А как его жарить, ребят?
краб, 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 краб. Теперь как мартини крафтил. Что-то я не могу ничего с крабом сделать. Черт. Окей. Ай, куда ты его ешь? Дурила. Вот он. По-моему, он жарится, смотрите. Я подхожу и, по-моему, я его жарю, не? Нажми Е на крабу, да не получается. Там значок Campfire, разве не то? Да не, не то. Ну ладно, все, поехали. Ой, меня тошнит. Черт возьми, сейчас просрусь тут прямо. Черт, а? На землю выкинуть и нажать LKM. Хорошо, давайте попробуем. Опа, это что такое? Юбка какая-то. Хм. Но я нажимаю левую кнопку мыши, но ничего не происходит. На палку краба? Положи и правой кнопкой закинь. Ну-ка попробуем. О, правая кнопка, ребят. Правая кнопка мыши. Спасибо. Сифонатор. Уже пожарил его, нет? Как понять, что я его уже пожарил? Я не уверен, что он пожарился. Ну-ка. Давайте подольше подержим. Красный, говорят, будет. Хорошо. Metal Hero, привет. Ну сколько надо стоять жарить? Могли бы ускорить этот процесс для игры. А, еще и костюр прокачивать надо. Кошмар. Говорят, долго жарить, еще костер прокачивать. Шикарно. Чтобы краба пожарить, нужно очень долго стараться. Слушайте, ну, если краб это такой легкий источник пищи, то еще и деревьев можно, ну, они будут регениться, например, можно легко добывать. Так тут можно вообще не помирать с голоду. А вот с водой все гораздо сложнее. На часы смотри. О, сварился, по-моему, говорят, да? О, приготовленный краб, смотрите. Cooked краб. Отлично. Все. F, часы, говорят. Так, юбка. Окей. Кокосы еще есть. Так, а как у меня на часы смотри. А, на часы вот, смотрите, 17:32. 8 февраля. Окей. Ну ладно, тут говорят, что-то есть какие-то няшки. Давайте поплаваем.
Под водой ничего не слышно. Абсолютно ничего. Тут говорят, останки корабля должны быть. Давайте поищем. Ничего не видно. Во! Что это? Так, сейчас нырнем. Сейчас. А, уже темно просто. Вот черт. Может, акула какая-нибудь съест меня. Так, всплываем. Сейчас акула приплывет. Ладно, валим отсюда. Я тоже думаю, что сейчас акула приплывет и будет кирдык. О! Ой-ой-ой! Ой, я уже слышу, там что-то происходит. Плыви давай. Плыви! Огонек зажегся. Хорошо. Есть. Фух. Итак, говорят, если там что-то надо зажать F, то откроются часы. Переключить режим на... Понятно. Вот, смотрите, показатели жизнедеятельности. То есть, если нажать на левую кнопку мыши, то можно посмотреть, первое, это сколько у тебя здоровья, второе, это у нас что? Третье, точно вода, показатель воды, водного баланса. А второе, я сейчас не могу разобраться, ребят, что такое вторая полоска, средняя? Сейчас не понимаю, что это такое вообще? Ладно. Нам нужно подождать, видимо, когда посветлее. Давайте пока посмотрим, осмотримся, что здесь у нас можно ночью поделать. Голод? Нет. А, да-да-да. Первое, я все понял. Первое, это у нас просто здоровье. Например, вас какая-то акула покусала, да, условно говоря. Второй показатель. Это у нас сытости. Показатель сытости. Ну-ка, давайте... А как их забрать? Эй, отдай мне кокос! Я хочу кокос! Твою медь. Ну. Так, а мы же там где-то уроняли. В модеры возьмешь? Возьму Джокер. Хорошо. Напомнишь мне ВКонтакте? Может быть, эта коробочка, она по ночам как-то раскрывается? Mystery Box. Ну, как тебе вскрыть-то, а? Mystery Box. О, ее можно тащить, смотрите. Ну-ка, давайте попробуем, потащим ее. На костер. Если он не потух, конечно. Кажется, костер потух. О, жесть. Где-то здесь был, да? Блин, это облом, а. Быстро. Лезь по пальме, как по лестнице. Завтра стрим по Dying Light будет. А, кстати, а что там с Dying Light? Сейчас, подождите. Не, ну стрим-то будет. Я просто... Мне должны были сообщить, что там. Кстати, у нас в России задерживается, ребят, дисковая версия Dying Light. Это что такое? Ну-ка. Save game можно сделать. Иди ты. У меня же заработал escape. Save game. Есть. Как так-то? У меня не работал escape, а сейчас заработал. Так, сейчас я посмотрю, что мне ответили из SoftClub. Должны были ответить. Нет, кстати, не ответил. Сейчас тогда наберу.
пока у нас тут ночь. Сейчас, ребят, спрошу, что там с Dying Light'ом. Что-то какая-то жесть, ребят, происходит. Dying Light, оказывается, везде, кроме США, перенесли релиз на... Как ползти вообще? На 27 февраля дисковый. В цифре она, конечно, появится. И будем надеяться... Как лезть, ребят? Сделаем молоток. Найди одна палка, один камень и веревка. Короче, если мне должны прислать там, возможно, уже там сегодня, завтра. О, есть! Твою мать, я научился по деревьям ходить. Отлично. Должны прислать ключ. А можно есть. А как его сломать? Стрим на ПК будет, но Dying Light, скорее всего, на PS4 будет. Найти одну палку, один камень и веревку. Но у меня есть, в принципе. Веревка есть, камень есть, палка есть. Давайте попробуем. Так. Как? А, то есть нужно выкинуть их вот так вот, да? Раз. Два. И... Так, это нормально все слышно-то, нет? После того, как я... Да, все хорошо. И веревка. Эй. Твою мать. Когда GTA, ну как-нибудь будет, ребят, не сейчас. Я не понимаю, почему я не могу крафтить. Что такое с крафтингом? Вот камень, палка, веревка. В чем проблема-то? Что не так делаю, парни? О! Есть. Есть. Понял. Рассвет, ребят, как красиво, посмотрите. Можно просто рассветом любоваться. Он ускоренный, конечно, но тем не менее рассвет. Красота.
Ладно, давайте попробуем коробку сломать для начала. Говорят, что это Mysterious Box. Не, ничего нельзя сделать. Кокос. Это был кокос. Эй, кокос. Кокос ножиком очисть, ножиком сделай дырку, бери и пей. Потом выкидывай, дубась, пока не раз... Понятно. Сейчас. Да где же ты кокос-то? Ё-моё, а! Только что был. Ну ладно. Видимо, кто-то его съел. Итак, кокос нужно, видимо, выбросить, да, ребят? Выкинь кокос, ножиком очисть. Окей. Ага. Опа, а где нож-то? У меня ножа нет, что ли? Блин. А где нож-то? Кажется, я, парни, нож провафлил. Блин, а. Ну все, я без ножа теперь, как без рук. Окей. О, можно пить. Так. А как пить? Ты, смотрите, уже можно пить. А, ты там где коробка оставил? Понял, все. Прохождение в Ютубе будет. Да. Как попить его? Черт. Ничего не получается. Не берется. А, у меня инвентарь полный. Черт. Так, краб. Краба мы пока выкинем. Так, а сколько у меня там здоровья? Я на самом деле жрать больше хочу, чем есть. Ой, вернее, чем пить. Так, это приготовленный, кстати, краб. Не какой-нибудь там. Давайте-ка мы его съедим тогда. Отлично. Я себя чувствую гораздо лучше. Теперь найдем ножик. Где-то говорят, здесь я нож выронил. Даже сам не заметил этого. На фоне. Да, я пытался его порезать. А, нет, по-моему, я его долбил. Не ножом, так и как раз. Топором. Надо привыкать. Мышку, конечно, невозможно так. А, подождите, а может быть... Ой, нет. Может быть, сейчас options не работает, да? Каким-то образом нужно сенситивить его игре уменьшить. Если кто-нибудь найдет, кто там поборолся как с регулировкой чувствительности мыши в игре, я буду очень признателен. А возможно, кстати, игра должна поддерживать теоретический геймпад. У меня почему-то геймпад не поддерживает. Если бы она с геймпада работала, было бы вообще замечательно. Если кто-нибудь найдет ссылку на решение проблемы, буду очень признателен. Нож сломался? Понятно. О, как красиво-то, а. Найс.
Всплываем. Мне даже страшно. В GTA бы, наверное, уже дубу дал. Музыка заиграла какая-то. Хач! 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 Так, консоль, кабинет. Есть! Хачик, спасибо тебе. Хач! Хач, 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 хач! Твою мать, вылазь быстрее! Камон! Есть! Круто. Давайте сохранимся. Что это такое вообще? Это что такое? Какие-то глисты плавают. Hard case. А как его открыть? Вау! Окей. Ну все, я думаю, что пока хватит. Давайте утарабаним это хотя бы. Так, у нас через 20 минут уже начало полуфиналов. Так, это что такое? Давайте посмотрим. Что такое? Фул... Иди ты! Это же бензобак, ребят. Наверху на палубе есть ключ. Да, сейчас заберем. Это же бензобак, Робби. А как? Куда можно? Сюда притарабанить, что ли? Окей, давайте попробуем. А во сколько будет Dying Light? Слушайте, не знаю, я постараюсь как можно раньше завтра ее сделать. Буду стараться. Сейчас гляну. Мне пока вот не ответили. Поехали. Привет, Роман. Давайте еще раз сплаваем. Там говорят, еще что-то было. Кто знает, как можно использовать бензобак? Куда его можно притарабанить? Слушайте, я хочу так быстро плавать. Блин, мечта просто. Какой-то профессиональный пловец, наверное. Как еще можно объяснить, что он так шустро плавает? Арчер. Понятно. Там лодка с грузом вроде не плавает. Понятно. Не, ну, посмотрим, во сколько я начну. Ну. Нет! Нет! Ноу! Мне лучше подлататься, говорят. Да бей же ты эту суку! Камон! Так, что там пишут? Что я проплыл? Фунтик. Наверху на палубе ящик лежит. Сейчас, ладно, разберемся. Блин, а? Как так можно было? Надо быстрее лататься. О, печаль. Черт побери. Ну как тебя убить-то, гадину? Ну-ка давайте по-другому сделаем. Давайте лучше. А, load game, кстати, нет, смотрите. Загрузить игру что-то нельзя. Не знаю почему. Блин.
Так. А как подлататься? Как можно подлататься? А, на спасательном плоту. Кстати, тоже вариант. Ну, давайте попробуем полечиться как-нибудь. Вот она плавает, видите? Гаденыш. Может кокос пожрать? Подождите, кокос-то у меня остался? Да, кокос остался, кстати. Подождите, я, по-моему, не до того состояния додолбил. Давайте этот додолбим тогда. Так, у меня получается разные кокосы. Нужно все одинаковыми делать, да и все. Восстанови голод. Хорошо, сейчас сделаем. Решил позвонить и... Почему не пьется ничего, не понимаю. Сколько у меня там? А, у меня полная это воды. Давайте выкинем его тогда. И раздолбим уже. Так, ну что, восстановилось КП? Нет, смотрите, КП не восстанавливается, ребят. А что делать-то? КП не восстанавливается. Так, сейчас отвечу. Какой-то неадекват звонил. Окей. Так. Па-па-па. А что пожрать-то, ребят? Может быть... Что там с деньгами? С какими? Парни, как восстановить здоровье? А, вот оно восстанавливается само. Точно, отлично. Скрафть две палки, один переломанный камушек и одна веревка. Понял. Ну, давайте попробуем. Палки, палки. Подождите, у меня палки-то есть. Да, две штуки. Камушек надо переломить. Давайте попробуем. О! Отлично.
Поехали. Итак, можно скрафтить нож и можно скрафтить, получается, как это правильно сказать, копье. Давайте копье скрафтим. Не проблема. Круто. И сюда. Краб. Так, ну что, будем опять костер разжигать, что ли? Вроде восстанавливаюсь. Смотрите, восстановился более-менее. Давайте попробуем все-таки туда сплавать еще раз. И уже на другой остров переберемся. Возможно, на этом сегодня и закончим. Так, а что у нас тут? Краб, 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 краб. Окей, может быть, она испугается, да? Во! Ну, как-то быстро, быстро плывем, нет? Так, давайте-ка сначала выберемся еще раз. Я понял. Попробуем, может быть, копье можно в воде орудовать. Получится, нет? Прыгай! Смотрите, можно бить копьем. Окей. У меня кровь почему-то текет. Я ничего не понимаю, почему. Где-то что-то проплыл. Причем не один раз уже. Что я проплыл? Какой-то ящик на палубе. Что-то фигня. Там уже заход солнца, кстати говоря. О! Вот он! Всплываем. Акулы нет. О, акула, акула, акула! Уходим, 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 уходим! Команд, команд! Быстрее залазь! Ты что делаешь, что? Твою мать! Смотрите, он тупой какой, а! Залазь уже! Блин, что происходит? Да залезь же ты туда уже! Залезь! Я не понимаю, что происходит? Почему не залазит туда? Кажется, у меня акула села, все, окончательно. Вот! Есть! Блин, ну и баги, а? Кошмар. Да, давайте попробуем. Может быть, получится, правда, ударить. Так, а что у нас со здоровьем-то? Совсем плохо, да? Ну, вот странно, как ее ударить-то? И надо туда плыть. По лестнице? А, по лестнице только можно. Понятно, копье мешает. Копье уже убрал. Так, а если... Эту штуку, на, попробовать. Давайте покушаем сначала. Опа, кажется, воду уронил. Блин, зараза, а. А, нет, вообще-то, вот он. Так, вода полная, да? Давайте подолбим молоточечком.
Сейчас постепенно начнет регениться ХП. Совсем постепенно. Почти наелись. Лодку не пробей. Да не, не должен. Ты из ящиков ничего не взял. Там должны были ласты и фонарь. Круто. Хорошо. Я понял, когда акула рядом с вами плавает, вот такая тревожная музыка играет. Скажите, а можно копьем убить акулу или нет? Вот в чем вопрос. Там еще что-то плывет, смотрите. Там еще что-то подозрительное. Постоянно пузыри идут. Если найти буйок и подальше от него отплыть, то можно найти мегалодон. А что такое мегалодон? А, можно удар с 10, но она будет тупо плавать возле него. Топором можно убить. Рейтинг опять Торнис сломал. Да не знаю, кто там на СК2 постоянно рейтинги ломают. Наркоманы какие-то. Так. Небольшая ископаемая акула. Ясно. Так, а если правда топор взять? Топором, да? Может, рискнем? Давайте сегодня завершим эпично. Попробуем убить топором акулу. Сейчас солнце взойдет. И будем убивать топором акулу. Решено. Сейчас, секундочку. Смотрите, на самом деле луна в зените. Я даже не знаю, как мы сможем сейчас. А может быть, пофиг, как бы так нырнуть. Хотя нужно нырять, если то вот отсюда, наверное, вот, вот здесь вот. Когда она проплывает, потом ее бить. Сейчас ничего не видно, как у негров в заднице. Нужно подождать. Может, яркости прибавить? Ну, хотя опции не работают. Копье кину и топора? Серьезно? Так чем лучше, ребят? Чем бить-то? Топором или копьем? Так, а это что? Мне кажется, копье, да. Вот оно. Тут даже написано, ребят. Оно полезное для охоты. А здесь написано, что оно полезное для того, чтобы рубить деревья. Выбираем копье. Однозначно. Ну, пока что, смотрите. Что-то долго очень у нас восход солнца. Что там у нас с жизнедеятельностью?
Пора восстановить силы. То мы против акулы-то не справимся. Акула плывет на колебания воды, на кровь. Хорошо. А, кстати, вот этот, он же съедобный, по-моему. А, мы его не приготовили, кстати, еще. Мы его еще не приготовили. Вот она, акула. Сейчас будет бой, не на жизнь, а на смерть. Давайте сохранимся. Подождем ее. Мясо, да, я хочу мясо, да. Мясо нужно. А может быть, знаете, что сделаем? Хотя там говорят фонарь и этот будет. Сейчас мы тогда этот остров уже... Ну, если после акулы выживем, этот, с этим островом нужно будет закончить уже окончательно. Потом уже на другой перебираться. Слушайте, как долго-то рассвет не наступает. Вот, уже близко совсем. Совсем чуть осталось. Сейчас будет неравный бой с акулой. Плавает, ждет меня. А вы бы, ребят, рискнули с акулой драться? Как вам такой риск? Конечно, говорят, пошли бы на такой риск. Что-то не знаю, я бы не рискнул. Ну вот он и рассвет долгожданный. Поехали. Если будет совсем плохо. Плывет от меня. Тигровая кил. Акула, кстати. Иди сюда. Очкует. Боится. Так. О, она меня укусила. Кажется. Или это я ее ударил? Камон! Пуси. А, короче, надо бить, когда она подплывает близко. Пока она далеко, не надо ее пугать. На тебе! А
акула. Блин, а. Я потерял ее. Где она? Вот она. Есть! Попал, по-моему, даже два раза. Сейчас попробуем. Мне кровь идет. Интересно, а какая кровь у акул? Она вообще красная, нет? Неужели не могу в нее попасть? Что за шляпа, а? Может, надо удочку скрафтить? А попробовать, если спрыгнуть на нее. Видите, когда спрыгиваешь, там какое-то время темнота наступает и вообще ничего не видишь. Иди сюда. Блин, ну зараза, а. Она плывет от меня. О, еще одна. Еще одна, это опасно, кстати. Ау! Сучка. Капец, мне сейчас придет. А-а-а, кусают. Демоны. Но я не могу ее ударить. Видите, бью. Черт. Шифтом. Видите, хвост буквально колю. Ну ладно. Мне уже кирдык похоже. Давайте посмотрим, что тут лежало, и будем потихоньку готовиться к полуфиналам НБА. Так, всплывем. Подышать-то надо. Вот говорят, что-то здесь лежит. А, вот, смотрите. Да, все, я навернулся. Видел на обзор в Стиме, как ее топором убили. Ну смотрите, ночь. Так, что такое происходит? А я в воде почему-то, да? Так, всплывает сюда, дружище. Что происходит? Ночь. Это, видимо, то, с чего мы начнем. Ну, завтра или когда-то. А сейчас давайте тогда переходить постепенно. Канба. Если вам смотрели на ютубе или прямой эфир, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте плюсики или палец вверх.